Александр Георгий, прошу. Стоит сыграть. Париж, мы этого достойны. Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости моего канала, я Маэстро Квартира 1. И сегодня я представляю такую аркаду, называется Chamber of Darkness. Ну, это в стиле таких а-ля 80-х. Может быть так, это 70. И он мне предоставил любезно Герман Арих. Герман, привет, спасибо за ключик от игры. А ему, естественно, дали разработчики. Вот, Герман Арих — это мой один, так сказать, коллега по другому каналу. Тоже снимает всякие обзоры, прохождения и так далее. В общем, довольно-таки интересное. И вот он мне, поскольку у него не особо понравилась, как говорится, его тематика, а я, как говорится, любитель таких, знаете, игр попробовать, так сказать, на зуб. Игра на английском языке, стоит в стиме она не очень дорого, там 87 рублей. Ну, согласитесь, что такое 87 рублей. Ни о чем. Но на самом деле она прикольная. Я тут немного за кадром поиграл. Здесь она поддерживает непосредственно локальный мультиплеер. Что тут? Моды всякие, модификации, моды. Здесь у нас как прыгать. То есть даже два игрока, вот видите, можно двум игрокам играть. Не знаю, правда, одновременно или нет. Опции на самом деле ни о чем. Я не знаю, что это такое. Ну и музыку либо потише, либо погромче. Вот, в общем-то. Как бы и все опции. Давайте как говорится, приступим, да, и немного посмотрим, так сказать. Опробуем. Я сразу говорю, что я в аркады очень давно не играл. Это с тех времен, если вы помните, были такие автоматы, да? Я помню еще в далеком-далеком, даже вспоминать страшном году, у нас в морском порту появились игровые автоматы, там такой отдел игровой был, эти игровые автоматы, и я туда ездил, это на Новосибирском острове. Я туда ездил играть в эти автоматы. Это рядом с Ленэкспо. И там вообще золотое было время. Тогда еще только-только там вообще были современные аппараты. По тем временам. Там были игры вообще суперские. Вот именно самых последние туда завезли. Там какая-то... лирика, да, воспоминания. Начнем мы, собственно говоря, с самого начала. Начну самого такого простейшего. Читать не буду, поскольку я английский не бум-бум. Те, кому интересно, может почитать, да, и так далее, там купить, да, почитать, поиграть, если кому нравится такой жанр. Но если честно, мне хоть не очень нравится такой жанр, но я, честно говоря, с удовольствием в нее поиграл. Такая забавная игрушка, и убить там часик там другой, да, поразвлекаться, в общем-то, стоящая. Тем более 87 рублей, что это за деньги в наше время. Так. Мы, собственно говоря, появляемся. Все управление идет только на клавиатуре. На клавиатуре, честно говоря, неудобно играть. Потому что AD у нас вперед-назад, W у нас прыгать, AD вправо-влево, C блок, блок почему-то он не ставит, не знаю почему. G, по-моему, у нас если вот так вот нажимаете много-много раз, он комбо делает. А дальше, если C. Прыжки он не бьет, да? Или можно по чуть-чуть бить. Дальше K у нас, по-моему, это какой-то супер мощный удар происходит. И также есть непосредственно у нас и магия какая-то, и это прицельный огнем. О, это у нас, ох ты,
И ёптёте, вот такой прилетела обраточка. Нормально. Ладно, слушайте, забавно. Я, честно говоря, этого мне не было. Я даже не... Ах ты, не планировал, что у меня будет. Так, на... Ну, здесь вот, собственно говоря, да, описывается for light, ну, легкая атака, это тяжелая атака, Q, K, да, английская, вот, точнее, не Q, а K, английская. Так, ну, не знаю, о чем он тут, о чем-то он, в общем, тут мне, в общем, разглагольствовать, мы это не будем. Здесь, если честно, надо, да еб, задолбали уже. Сука, почему? А, вот он, сука, мне вот этот вот козел обраточку прислал, да? Давай, 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 давай. Ах ты ж, мать твою, вот так вот. А, вот такой вот. Вот, да, мы его восполняем непосредственно. Да ёптать. Восполняем, значит, свою жизнь тем, что мы когда убиваем, и как кровь, как говорится, порубленных врагов, нам восполняет непосредственно жизнь немного. Так, игра на самом деле, ну такая, знаете, прикольная, ну понятно, пиксельная, да, но сделана, если честно, в той манере, да, и ну чуть-чуть как-то получше, ну вот мне во всяком случае. Ах ты, ах ты ж, сука, блять, я сдох, ептать. Да, ну сейчас мы снова, как говорится, появимся. Да, я вот про что говорил, вот на клавиатуре не ахти играть, если честно. Если поиграть на джойстике, да, это был бы, ну, я думаю, о, блядь, это что ж такое, вот, очень бы удобнее, это вот как, вот видите, он, блин, сука, он, во-первых, почему-то какое-то время он бьет, а потом почему-то останавливается. Я не знаю, с чем это связано. Такая вот задержка. Так, а сейчас давайте проверим непосредственно ему. Оп. Так. А почему ты меня не хотел? Зараза. Да ладно, серьезно, что ли? Он не хотел мне, на самом деле, я хотел магию ему вот такую вот. Блин, а он не... На тебе, вот. Мы его А, это заморозка, кстати говоря. Это О, да, у нас получается заморозочка. Так, ну и мы переходим непосредственно. Это уровень первый, под уровень второй. Как-то так, наверное, получается, да, 1-2. Так, сюда нам не надо, нельзя. Да, здесь вот приходится вот таким макаром здесь. Уровни довольно-таки забавные. И, опа, видите, бывает вот такая хрень летает. Потом еще нужно следить за тем, чтобы, так как серый по, ну вообще все серое, да, и в том числе по камням, да, мы идем. И бывает, что не видно, что на этих камнях есть, так сказать, ловушка. Так, L. Ага, плюс 50 чего-то мы там взяли, да? Вот так. Ах ты ж, козелина. На тебе, блин. Так, пополним. Блин, правда, единственное, я, конечно. Блин.
Сейчас сдохну, потому что у меня здесь осталось не так и много. Игрушка на самом деле весит что-то порядка там 100 мегабайт, если я не ошибаюсь. Ну, может быть, чуть побольше. Понятно, что... Ах, вот, я о чем и говорил, да? Вот за... Говорился и проворонил... Суть... Блин. Чтоб тебя, а? Долбанная клавиатура. Так. Да ж... Он, к сожалению, не приседает. Так. Но забавная... Да ж... Ну почему? Ну почему ты не нажимаешь, а? Я, если честно, не могу сейчас взять толк. Вот как-то, знаете, вот прям неудачно. Вот да ёптать, на запись и почему-то вот такой вот хрень. Потому что я играл, когда не записывал, как бы все нормально, и хотелось бы действительно показать вот на то, а то, чтобы игра действительно классно сделана. Так, и нам надо как-то пробежать эту. Оп. И причем она такая забавная же, блин, с ручками стоять. На, ёптать. Не подходи, убью. Помните, как мышонок такой был в мультике? Он взял тростинку и такой: не подходи, убью. Ох, ёшкин, ёб твою идти, а. Ты скотина какая, а. Ах ты ж собачка, а. Называется ты друг человека, да? Зашибись, ты друг человека. Так, блин. Еще бы надо, как говорится, попасть не... Не с... Ну ты ж... Как-то... Это я просто не знаю, блин, это я просто не понимаю. Так, ладно. Сейчас. То есть, да ладно, серьезно? А как тогда здесь пройти, если... Ох ты же, блин. Да ёп, блин, забыл, прошу прощения, я опять запутался в этих долбанных кнопках клавиатурных. Какая ты собачка. Стоять. Да чтоб тебя. Да ладно, серьезно, ты меня заморозил? Ты меня заморозил? Да, вот такая вот игрушечка, на самом деле она прикольная. Я, прошу прощения, вот так как-то вот, знаете, на запись неудачно вот все сложилось. В плане того, что вот кнопки что-то не это, не захотели вовремя нажиматься. Но я думаю, как говорится, ценители данного жанра, ну, это какие-то аркады, это оценят, да, игрушечку. И, в общем-то, возможно, кто-то и захочет в нее пройти полностью, да? Так. И... Ух ты ж, блин, я же, получается... О, меня шандарохнуло-то, ёптайте. Нормально так меня так долбануло, так сказать, от всей души.
Блин, а? Ах ты ж, блин. На тебе, блин. Замечательно. Вот, такая вот игрушечка. Так что, что вы думаете об этой игре, да? Напишите, оставляйте комментарии. Понравится, нравится, не нравится. А вот, а с вами, ну, на сегодня пока все. С вами был Маэстро Квартира 1. И напоследок, как всегда, играйте в хорошие игры. Удачи, увидимся.